Глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Швейцарии. Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев отметил успешное выступление национальной сборной Швейцарии на чемпионате Европы по футболу. Президент подчеркнул, что Швейцарская конфедерация является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе. По словам президента, в качестве приоритетных в Казахстане будут рассматриваться проекты, в том числе связанные с декарбонизацией экономики, зелеными технологиями, защитой окружающей среды и финансовой сферой. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что сегодня в Казахстане действуют более 400 предприятий с участием швейцарского капитала. Отношения между нашими странами основаны на дружбе и взаимном доверии. Эту встречу я вижу как продолжение моих недавних переговоров с президентом Швейцарии. Мы согласились, что мы будем работать над продвижением наших торговых отношений, инвестиционного сотрудничества, и во всех этих сферах мы достигнем прогресса.